Баджер, ну или Барсук, как вам удобнее. Карта Нью-Бэй, и он решил поддержать СТ направление. И правильно сделал, ведь у нас в команде всего одна СТ против двух СТ врагов. Еще и Йох подъехал на помощь. Теперь Баджер играется намного лучше после АПА с последнего обновления, ведь скорость поворота корпуса увеличена аж на 11 градусов. Перезарядка стала быстрее на секунду, да еще и брони накинули в бортах корпуса. Тут взвод Е-сотых, без камуфляжных и блестящих, как сопля на солнце, решили не убивать нашего героя, а сначала забрать Йоха. За это и поплатились оба, как Биба и Боба. Ведь нужно правильно выбирать приоритеты и первостепенно убивать врага с большим ДПМом, а уж напоследок менее опасные и ДПМные танки. Наш Баджер остался 1 в 4, но пощелкал врагов, как орешки. И тут Е-третий делает непонятные вещи, доворачивает и подставляет бок, и потом происходит шок-контент. Видимо, он стрелял в дуло врага и сам уничтожился, отдав победу Барсуку с 4 хп. Жесть, кто бы мог подумать. Ну а с вас лайк и подписка, друзья.